Встречать главного Деда Мороза в центр города пришли десятки человек. Специально по этому поводу организовали праздничную программу с песнями и танцами. Пока главный новогодний волшебник желает собравшимся счастливого Нового года, шестилетний Славик уже знает, что попросить у Деда Мороза, кроме подарков. Первым делом после праздничной церемонии Дед Мороз отправился в свою резиденцию. Здесь открылась почта Деда Мороза, и теперь любой ребенок или взрослый может отправить письмо с заветным желанием. Чтобы попасть на прием к зимнему волшебнику, выстроилась очередь. Привет. Пока одни теряются при виде новогоднего чудотворца, другие охотно делятся пожеланиями, чтобы они хотели найти под елкой. Данил рисует свою мечту – грузовик. Именно его он ждет в эту новогоднюю ночь. Дед Мороз обещал исполнить, а заодно исполнить все пожелания таганрожцев. Всех таганрожцев и гостей города Дед Мороз поздравляет с Новым годом! Я желаю, чтобы в этом году все ваши желания и мечты обязательно исполнились. И жду в гости к себе, в свою резиденцию, и взрослые, и дети. Поверим с вами вместе в чудо. С Новым годом! С новым счастьем!